Я верю, что все присутствующие здесь чувствуют себя счастливыми. Надеюсь, что и те, кто смотрит наш семинар, семинар о библейской молитве на телеканале «Надия», на телеканале «Надежда», тоже чувствуют себя счастливыми. Невозможно не чувствовать себя счастливым, если мы живем с Богом, потому что мы знаем, Бог есть любовь. Люди больше всего ищут любви, потому что в любви они находят счастье. В единении с Богом мы обретаем силу для этой победоносной, счастливой жизни. Единение с Богом происходит в результате молитвы. Когда мы молимся, Господь дает нам силу. Я верю, что вы все молитесь. Молитесь утром, молитесь вечером, молитесь здесь, приходя на этот семинар наш библейский, потому что в молитве сила наша. Я думаю, иногда мы с вами огорчаемся тем, что не видим многих людей, которые бы должны были бы прийти к Богу. Мы молимся о наших соседях, молимся о наших детях, молимся о нашем городе, о России. Говорим, как хотелось бы увидеть, чтобы больше людей пришло к Богу. Мы рассказываем им, своим примером служим для них. Но знаете, наверное, легче всего было бы привести людей к Богу, если бы мы могли помолиться, и человек сразу бы выздоровел. Как вы думаете? Наверное, большая часть, по крайней мере, россиян бы стали бы приходить в церковь. Если бы можно было над ними помолиться, или они сами произносят молитву, тут же исцеляются, и, я думаю, они, наверное, будут готовы сказать, хорошо, я приду сюда еще раз, потому что я что-то для себя получил. Таким образом, они становятся христианами по какой причине? По причине того блага, которое они получили. Они получили благо, и в результате этого они говорят, хорошо, теперь я со своей стороны тоже что-то должен сделать для Бога. И взаимоотношения между Богом и человеком становятся определенного рода сделкой. Ты мне даешь это, я тебе даю вот это. Но я убежден, что я никогда бы не был счастливым мужем, если бы мои взаимоотношения с женой были основаны лишь на сделке. Я приношу зарплату, а ты вот растишь детей или выполняешь иные функции. Возможно, кто-то так и живет сегодня в мире, но, безусловно, это не то, что я бы хотел для себя лично. То же самое и наш Господь. Бог нас сотворил всех для счастливой, полноценной, здоровой жизни. Я убежден, когда Бог сотворил Адама и Еву, у них не было ни больных почек, у них не было раковых заболеваний, у них не было, наверное, даже головной боли. Они были прекрасно созданы. Они были созданы для совершенной жизни, полноценной жизни. Но происходит нарушение этой гармонии. В результате чего мы знаем? В результате грехопадения. Начинается раковое заболевание клеток человеческой природы самой. Я использую слово «раковое» в более широком смысле. Мы знаем, что такое раковое заболевание, да? Это когда происходит нарушение в клетке и происходит мутация этой клетки. Точно так же грех, как только он вошел в этот мир и в человеческую природу, началось нарушение функций в самой природе человека. Не только в отдельных органах, а я говорю о самой природе, человеческой природе. И в мире этом, и во Вселенной, я подразумеваю Землю нашу, которая оказалась подвержена греху, мы видим это нарушение и в природе,
Мы видим в растениях это нарушение. Мы видим в земле нарушение. Это когда земля иссыхает и трескается, и почва не дает того урожая, который нам хотелось бы видеть. Мы понимаем, происходят эти нарушения в источниках вод. В результате чего? В результате того, что был нарушен исходный пункт. Вошел грех, произошел распад этой первоначальной, совершенной Богом клетки. Господь пришел в этот мир для того, чтобы даровать духовное исцеление, чтобы вернуть нас в свое царство. Царство, которое так замечательно описано в книге Откровения, последние заключительные главы, где уже сказано «не будет прошлого». Чего этого прошлого не будет, там даже перечислено, не будет слез, не будет болезни, не будет смерти. То есть возвращение к той исходной точке, которую мы с вами утратили. Но на сегодняшний день мы находимся между этими двумя точками. Исходной, когда этот мир был сотворен и первый человек, и заключительной, когда все будет восстановлено и не будет уже прежнего, не будет страданий, боли и смерти. И Господь зовет нас сегодня войти в это царство. И Он желает, чтобы эти взаимоотношения были основаны на принятии Его голгофской жертвы. Если мы входим в эти взаимоотношения корыстно, если мы ищем Бога для собственного блага, то тем самым голгофская жертва остается где-то на втором плане, и мы не можем назвать себя христианами, потому что наша природа не изменяется. Наша природа греховная может измениться только в том случае, когда Дух Божий входит в нашу жизнь. А Он входит в нашу жизнь только тогда, когда мы принимаем Христа как нашего Спасителя, как нашего Искупителя. Поэтому Христос и сказал, в мире этом будете иметь, что Он сказал? Скорбь. Будете иметь скорбь. Он конкретно говорит, Он говорит прямо, Он не желает, чтобы никто был обманут. Он не желает никого ввести в заблуждение. Он говорит, вы мои дети, я зову вас в царство свое. Я желаю, чтобы вы стали частью моего тела, то есть церкви моей. Но при этом, он говорит, войдя в это общение со мной, став частью тела моего и церкви моей, он говорит, вы все равно будете иметь скорбь. И скорбь это будет в мире, потому что сам Христос скорбел. Как он назван был? Мужем скорбей назван был. Мы вспоминаем Христа в Гефсиманском саду. Сына Божия мы видим в Гефсиманском саду. Как он скорбел там? Мы видим кровь на его челе вместе с потом выступающую. Неужели, мы спрашиваем себя, Бог всесильный не мог вмешаться? Это же его сын. Подумайте о том, когда мы видим свою дочь или своего сына плачущими, что мы делаем с вами? Мы готовы все бросить, мы готовы бежать, помогать своему ребенку. Неужели Бог всесильный, слыша мольбу и просьбу своего сына, равного ему, любимого им, не мог остановить все это и сказать, нет, я не хочу, чтобы ты страдал, я не хочу видеть слезы на твоих глазах, я не хочу видеть этот пот и кровь на твоем челе, я забираю тебя из этого мира. Но Господь допускает. Господь допускает. Бог всесильный допускает это страдание. Но Господь допускает это для того, чтобы через эти страдания совершилось гораздо большее благо. Чтобы через эти страдания совершилось искупление каждого из нас, каждого ребенка, рождающегося с нарушениями в этот мир, каждую мать, которая сидит и видит, как ребенок ее страдает от болезни, когда температура поднимается, когда на операцию возят,
Всесильный Бог допускает страдания своего сына, чтобы через это освободить всех матерей и всех отцов от вечного страдания во вселенной. Но Господь и сегодня желает, чтобы мы с вами, доверяя Ему, искали Его воли в нашей жизни. Господь желает, как Отец, как любящий Бог, желает исцеления для каждого из нас. Он нас сотворил красивыми такими. Посмотрите на сидящих здесь. Посмотрите все, какие красивые. Потому что мы Богом сотворенные, мы Его образ отражаем в этом мире. И Он желает блага для нас. И Господь, когда мы молимся к Нему, Он сам желает дать нам это исцеление и физическое, и духовное. Я нашел замечательную молитву в Священном Писании, которую я знаю, вы знаете хорошо, но давайте на нее еще раз посмотрим. Молитва об исцелении, которая записана и в 4 книге Царств, она же записана и в книге пророка Исаии. Это история о царе Езекии. Царь Езекия. О нем Священное Писание говорит как о человеке, который был в любви к Богу, в верности Богу, который отличался своей благочестивой жизнью перед Богом. Но перейдем в 20 главу 4 книги Царств. Мы видим этот Езекия. Что с ним происходит? Первый стих. «В те дни заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исаия». Кто был Исаия такой? Мы знаем. Пророк. Приходит к нему пророк, сын Амосов, и говорит ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома его, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Вот интересное пасторское посещение, да? Если бы пришел к вам домой священнослужитель и говорит: «Пиши завещание, все, ты болен, ты не выздоровеешь». Как-то мы не особенно были бы рады такому пасторскому посещению. И вот именно с такой ситуацией сталкивается Езекия, пророк Исаия. Посмотрите, он не пытается обходить это, как-то не пытается приукрасить эту ситуацию. Он конкретно и ясно говорит ему: у тебя беда, ты болен, приведи в порядок свои дела. Твоя жизнь заканчивается, ты не выздоровеешь. Что мы знаем о Езекии? О Езекии мы видим, если чуть раньше посмотрим, две главы, в 18 главе, мы видим, как красиво его жизнь описывается. Молодым человеком он восходит на престол. 25 лет он был, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Делал он первое, угодное в очах Господних. Во всем написано. Можем ли мы сказать о себе такое? Во всем он делал угодно, как делал Давид, его отец. Он отменил высоты, все эти места служения идолам. На Господа Бога Израиля он уповал. Во всем он проявлял благочестие в своей жизни. Посмотрите, как Господь благословляет его, когда он прилепился к Господу. Что значит прилепился? Красиво в Священном Писании написано. То есть он вошел в эти близкие взаимоотношения с Богом. Он начинал каждый день молитвы и заканчивал. Поэтому я хотел бы, чтобы каждый из нас тоже прилепился к Богу, как замечательно сказано в Священном Писании. Он даже заповеди, написано, соблюдал все. И Господь был с ним во всем. Вот где мы видим силу жизни духовной. И при этом переходим в 20 главу и видим, заболел он смертельно, и нет ему надежды. Заходит к нему пророк и говорит: ты не выздоровеешь. Как реагирует на эту ситуацию царь Езекия? Он заплакал, отвратился лицом своим к стене и молился Господу. Какой молитвой? Говоря: о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих.
Удивительная молитва. Может быть, покажется эгоистичной с какой-то стороны, или может быть самоуверенной молитвой, да? Мы видим, как он в слезах, в огорчении, смотря на свою жизнь, которую он жил, на те взаимоотношения, которые он имел с Отцом Своим Небесным, он отворачивается к стене, и он скорбит, и он плачет, и Господь говорит: «Посмотри, какой я жизнью жил, что же теперь будет со мной, что же будет в моей жизни теперь?» И я размышлял, почему именно так молился Езекия, царь, когда он узнал о том, что дни его сочтены, что ему надо готовиться к смерти. И я подумал, наверное, в первую очередь потому, что он желал, чтобы имя Божие было прославлено. Он слышал в своем сознании те слова, которые записаны во Второзаконии 4 главе, стихах 39 и 40, где было дано обетование Богом самим, сказано народу израильскому, Второзаконие 4 глава. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог наверху и на земле внизу, и нет кроме Него». «И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо тебе было и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле». И как царь народа израильского, он знал, что язычники знали об этом обетовании. Он смотрел на свою жизнь, сколько ему было лет, когда он заболел этой болезнью? 39 лет. Молодой еще в расцвете сил, царь народа израильского. И теперь он думает о том, как же все эти языческие народы будут думать о его Боге, который дал обещание того, что и дети, и потомки будут жить долго на этой земле. И вдруг он сам, будучи владыкой этого царства, будучи царем этого государства, он уходит из жизни. И поэтому он обращается к Богу и говорит: «Господи, посмотри, я жил благочестиво, я соблюдал заповеди Твои, я хочу, чтобы в моей жизни, в моем исцелении Твое имя было прославлено». Вот, оказывается, с какой позиции, с какой перспективы он смотрит на свою жизнь. Не столько он о себе молится и печется. Он думает о тех языческих народах, о тех царствах, которые будут смотреть на Божий народ, на Израиль. И он хочет, чтобы в его жизни и в его исцелении было прославлено имя Божие. Вот где оказывается сила из пророка, царя Езекии. Он видит в своей жизни возможность Бога прославить, силу Его утвердить. Его молитва не эгоистична. Он со слезами на глазах думает о своем народе и думает об имени Божьем, о том, чтобы Ему прославить это имя Божие. И Господь делает в этой ситуации? Мы видим, как Господь реагирует. Во-первых, Господь услышал, приходит пророк, говорит, и Господь услышал молитву твою. Что еще сделал? Увидел слезы твои и сказал: «Я исцелю тебя». Господь дает ему ответ на его молитву. Господь видит необходимость исцеления в этой ситуации. И говорит: не просто исцелю тебя, а что еще сделаю? Прибавлю к дням твоим. Сколько он дает ему? 15 лет, говорит. И от руки царя ассирийского спасу и тебя, да еще и город этот спасу. Почему? Потому что в твоей жизни и в твоем исцелении имя царя вселенной, Бога, будет прославлено. Вот, оказывается, в чем особенность молитвы царя Езекии. Бог отвечает на молитвы об исцелении. Разными путями Бог отвечает. Когда-то Он отвечает сразу, когда-то Он отвечает на протяжении какого-то длительного периода времени, когда-то Он отвечает на эту молитву в духовном нашем исцелении.
Мы видим, что через Христа самого мы находим исцеление, которое будет иметь вечные последствия. Посмотрите, как пророк Исаия. Прочитаем вместе эти слова. «Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, и наказание мира было на нем». И что после этого происходит? «И ранами его мы исцелились». И может быть сегодня мы чувствуем боль в своем теле. И может быть сегодня мы еще страдаем от того или этого заболевания. И может быть Господь допускает, как в жизни апостола Павла. Сколько апостол Павел молился о своем исцелении, мы знаем. Трижды молился о своем исцелении. Но Господь оставляет эту боль в его жизни ради некого большего блага, который, может быть, Павел еще не видит сегодня и не осознает сегодня, но Павел твердо знал, что ранами его исцелена его духовная жизнь, ранами Христа исцелена его будущее, вечная жизнь. Господь желает даровать нам исцеление. И Господь, когда дает исцеление, Он еще и дает конкретные указания. Посмотрите, как Он через пророка говорит, надо взять пластырь или эти листы смоков надо взять. Господь наш конкретен, когда Он совершает чудо. И мы видим, Он приложили к нарыву этому, происходит исцеление, он выздоровел, и годы жизни ему прибавлены были. Вы помните, в иных ситуациях в Священном Писании, когда мы видим, царь должен был получить исцеление, слуга отправляет его и говорит, иди омойся, сколько раз в Иордане? 7 раз омойся. Конкретное дано ему указание, что необходимо для исцеления его жизни. Мы видим в Евангелии от Иоанна, 9 главе, Христос дает конкретное указание человеку и говорит, пойди и омойся в купальне Силаамской. И этот слепой, чтобы получить прозрение, должен идти и должен омыть свои глаза для того, чтобы получить это исцеление. Господь использует врачей, как Господь благословляет людей, проповедующих Слово Божие. Господь благословляет особыми дарами и людей, наделенных этим даром лечить, помогать нуждающимся. Мы знаем, что Лука был, кем он еще по профессии был? Врачом, имел благословение Божие. Мы видим, Господь дает нам через Слово Свое конкретное указание здорового питания, потому что это питание будет способствовать нашей здоровой жизни. Господь желает, чтобы мы воздерживались от всего того, что разрушает наш организм. Что разрушает наш организм? Курение разрушает. Алкоголь разрушает наш организм, жирная еда разрушает наш организм. И Господь желает через это, чтобы мы с вами находили исцеление себе. И совместная молитва, Господь видит силу в этом. И в посте, который нам необходим для воздержания и не только физического, но и духовного, Господь ведет нас по этому пути духовного исцеления и физического исцеления. И Господь дает и через Иакова, дает конкретные указания. Если кто болен в церкви, он говорит, что сделайте? Призовите пресвитеров, совершите помазание, совершите молитву веры. Господь желает дать нам исцеление и помощь, и силу свою. Поэтому сегодня я хочу, чтобы, полагаясь на Бога, мы каждый день молились молитвой исцеления. Давайте помолимся Псалмом 142. Давайте встанем вместе и помолимся этими словами совместно сегодня. Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моего по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господь, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти,
ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнить волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благи, да ведет меня в землю правды. Аминь. Садитесь. Ту жизнь трудную теснится ль в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я на изусть. Есть и плачется, и так.